Всем большой привет! Сегодня у меня большой праздник. У меня каждый раз праздник, когда я заканчиваю какую-то свою работу. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. И, конечно же, я спешу поделиться с вами моими небольшими достижениями. Как вы уже поняли по картинке, которая находится перед вами, я закончила работу от Риолис «Морозное утро». Это остаток схемы и обложка, которую я вот эти остатки от наборов собираю в отдельную папочку. Сейчас я вам покажу вот эту папочку. Вот такая она у меня есть. И сюда у меня складываются остатки от наборов. Не знаю, это какое-то хомячество. Зачем оно мне? Ну, почему-то вот так мне нравится. То, что я отвышивала, то, что у меня было в наличии, как бы я складываю. Ну, а то, что какие-то схемы, может быть, из компьютера, конечно, они у меня не хранятся. Ну, остатки ниток какие-то, мне лень их мотать. Вот, поэтому вот эти остатки у меня уходят в мою папку. Ну, и, конечно же, сама работа. Вот таким образом выглядит готовая работа. Вышивалась очень легко. Использовалась крестик в две ниточки, полукрестик в одну ниточку, это все шерсть. Ну, сказать особо нечего, все вышивалось легко, видите, работа яркая, очень такая эффектная за счет того, что использовалось разные сложения ниток. Совсем немного бэкстича, вот так вот он украшает этих озорных птичек. Сочная и яркая рябинка. Вот такие вот крестики. Покажу вам покрупнее вот так. Ну, вот таким образом вышилась работа. Вот, вышивается очень-очень легко, поэтому и как отдыхалочка, и вообще для всех, кто хочет попробовать шерстью, запросто можете взять этот наборчик. Что по ниткам? Ниток осталось у меня очень много. Вот маленький ряд снизу, и вот я еще сверху разложила ниточки. Остались все. Вот и белый моточек у меня остался практически целый, я его опять завязала в узелок. Вот. Надо уже придумать какую-то мне такую большую серьезную коробку для шерстяных ниток, потому что остается у Риолис действительно много ниточек. Это очень хорошо, есть всегда запас. Вот такие вот у меня мои новости продвижения. Эту работу я в скором времени понесу в багетную мастерскую и потом, наверное, все вместе вам покажу также и оформленную ее работу. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!